умер папа Кати Огонек. Трагическую новость фанатам сообщила продюсер Елена Бейдер. Из-за чего скончался отец Кати Огонек, пока неизвестно, но фанаты уже успели принести соболезнования родственникам Евгения Пинхасова. Евгений Пинхасов был первым, кто заметил музыкальный талант дочери. Именно он познакомил Катю с поэтом Александром Шагановым и помог ей в записи дебютного альбома. Впоследствии девушка взяла псевдоним «Огонек» и стала известной исполнительницей шансона. Увы, коварная болезнь рано оборвала жизнь певицы. Она ушла в возрасте 30 лет. Для Евгения Семеновича это стало шоком, он до последнего скорбел о наследнице. А сегодня пришла новость и о его смерти. Сегодня не стало Евгения Пинхасова, папы Кати Огонек, легендарного Семеныча. Дружили и были близки 10 лет. Сердце разрывается. «Прости, и я тебя прощаю», – написала подруга Кати Елена Бейдер. Напомним, что после смерти артистки, главной радостью для ее родителей стала внучка Лера. Девочка с детства проявляла интерес к музыке и несколько лет назад также начала выступать на сцене. Рана не затянулась, боль останется навсегда. Каждый раз в жизни будет что-то напоминать о маме, и каждый раз от этого становится все больнее и больнее. «Мне бы очень хотелось еще хотя бы раз поговорить с мамой. Я бы сказала, что очень ее люблю, что очень по ней скучаю», – рассказывала дочь певицы. Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны отца Кати Огонек. Поклонники надеются, что родственники сообщат об этом позднее, и у всех желающих будет возможность проститься с Евгением Пинхасовым.